Всем привет, ребятки, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, да, прекрасно Зуба. В первом видео я уже обсудил по поводу того, что у нас там по вновь будет, когда будет, и возможно будет у нас три обновы сразу подряд, но это не точно. Но плюс-минус то будет. Сегодня поиграем за Молли. С таким сетапом менять ничего не буду, идем сразу в командные бои, потому что сложные... Ой, ну, меня это душит слишком, я не могу. Я вот, все, я сдался. Даже на имбе Джейд я все равно вот зашел в сложные бои и просто челики играют с отбрасывающим гранатом. Ну вот как это? Ну вот что это? Ну как мне это описать? Никак, вот и я думаю. И понимаете, такое как бы... Ну в общем, слов нету. Отбрасывающие гранаты, чё? На Джейд. Ну ладно, ладно. Просто слов нет, ну что ж поделать. Что ж поделать. Так, сейчас я тут немножко сделаю. А, у нас тут хамелеончик ворвался. Ну чё, повезло, понравилось. Кстати, дробовика нету до сих пор. Сейчас закину сюда троны гранаты, чтобы Брюс в них продамажился немножко. Закинем еще гранатку. Брюса еще раз дамажим. Закинем в него гранатку автошотом. Закинем еще. А меня-то как шотнули, алло. Ресните, алло. Спасибо. Чё, не успел, да? Печаль, беда. Гляньте, какой детский никс. Лутает он тут. Хилит, понимаете, да, хилит. Хилер, ёпта. Хилер. Ой. О, слышите, зона идет. Кстати, кенгуру может прыгать в бочке теперь. Прикольно? Смотрите. Или он раньше мог? Так, все, ну мы бочкой пришли. Вот реально, такое ощущение, что они специально сделали этот мини. Кстати, посмотрите на ник. Плеер 50 этот и плеер такой. Совпадение? Что-то я не думаю по поводу совпадения. Ну, этим двоим, конечно, не нужно, да. Жираф там постоит в воду, покидает гранат. Че? Нормально. Опа. Попал, чё? Стил. Так, ну чё? Где наши противники, а? Я готов драться. У нас тут Джейд заряженный, он. Плеер один, плеер второй, два плеера, короче. Не, назад. Пошли. Два плеера, это жестко. Жесткие плееры. Остался еще один склад против нас. Как вы видите, да, 10 человек осталось. Игроков. Боты вряд ли уже где-то выжили. И у них легендарный дроп, скорее всего. Это почти 100%, поэтому нужно это понимать, нужно осознавать. И сейчас нужно это победить. Мы сейчас немножко тут лутаем гранату. Акула у нас отъедет сейчас. Минус акул. Этого акула я минусанул, отлично. Я выстрелил, если чё. О, слышите? Просто как реактивный двигатель самолета, да? Бахает. Чисто реактивный двигатель самолета. Все, я добиваю этого. Ну, как его там? Кролика и побеждаем. Изи кат. Все молодцы, команда противника, ну бас. Да, как-то так. Но они как-то очень странно были. Они, вы видели, были разделены между собой. То есть Брюс вообще нам в спину заходил. Эти там стам были, эти акул с нами дрался уже. Ну, в общем, непонятно было, но изи катка. Год дальше. А, у меня же, кстати, дефибриллятор стоит. Я думаю, как это я всех рез, я вроде без него играю, оказалось с ним. О, три склада вместе, а почему нет? А почему нет? Почему нет? Так, берем гранатку. Сразу же серебряную. Джей, две штуки Джейд опять попались. К счастью, да? Пошли сюда. Пошли. Так, возьмем гранатку. Опа, и золотой лук, и золотое копье. Лутаем сразу дропчик.
А, мы тут всех победили. Нормально, быстро. Просто Джейд, понимаете? Просто Джейд. Одним словом, да? Пришел, увидел, победил. Чисто Джейд. Изи. Изи катка. Они за золотой... А, золотое копье забрали? Ну, мы его как бы вот тоже подняли. Давай арморчик берем еще один. Кучка арморчиков. Нормас. У нас все по кайфу. Молодцы. Че, пойдем? Не? Ну, вверх, ладно. Ладно, вверх так вверх. Фиг с вами. Кстати, у кенгуру есть золотая граната наша. А он же с нами отдельно ходил, да. Он же там через... Вот тут где-то побежал. Эх ты. Взял золотую гранату, забрал. А че у Джейд есть у меня... Так, я не понял, как это так? Почему у Джейд... Они же были со мной. Алло. Вот, как-то какая-то логика странная, да? Почему-то у моей команды есть золотая граната, а у меня нет. О, слон бежит. Слона надо закидывать. О, опять зона как реактивный двигатель, да? Фигачит. Совпадение, не думаю. Кстати, тут слон был. Опа, минус слон, минус лев. А слона убили, ничего себе. Капец, это мы, конечно, затащили жестко. Жесткие, дерзкие, как пулерезки. Надо лутаться тут хорошо. Ну блин, это реактивный ранец. Реально, реактивный самолет какой-то, а не зона. Зачем они ее такой сделали, не понимаю. Ну вот, ну, разрабы, чё. 85, 100 мегабайт обновы. Ну, отдай, отдай. Ой, все. Ой, все. Он даже щелик смайла не смотрит. А чё, да? Эх, какая команда. Ну ладно, тут, в принципе, пофиг, мы и так побили, там один противник остался. Неважно уже, по сути. Можно его соло искать. Так. Но только где его искать, вопрос. Он же может быть где угодно. В какой-нибудь бочке может сидеть. В какой-нибудь месте на карте, да? Это ж не так легко проверить, на самом деле. Может, он в этой бочке сидит. Может, вообще в текстурах там где-то находится. Ну, ой, короче, гоняться сейчас с противником это весь. По всей карте. Вот я не понимаю, зачем так? Зачем прятаться? Ну, толку? Ты все равно последний. Против тебя сквад остался. Во! Откуда? Что это было? Откуда он взялся? Тут логика. Логика. Ой, прекрасные зубы, чё. Ну, опять вторая победа, изи катка. Вот сразу заходишь в командный бой и чувствуешь, как побеждаешь. Не то, что вот это вот, что было. Мне надо убить одного Олика, как мило. Но, блин, надо квостик заменить так-то. Я как-то не заметил даже. Ну, реально, убить... Это, короче, гемор. Давайте заменим. Хотя птичка в одном бою. Ну, это изи можно. Я же, правда, рейтинг набил, но все равно. Надо поскорее монеток собирать, хотя 400 тысяч. Я думал, я даже 500 успею с тем, как разрабы выпускают обновление. Но, наверное, еще минимум... Неделю обнова не будет. Может быть, конечно, разрабы ускорится, но я не уверен. Вот это мой прогноз на недельку. Скорее всего, выпустят 30 апреля, либо даже в начале мая. Вот, предикт такой пока что, ребят. Не радужный, конечно, но уже лучше. Хотя, знаете, иногда хочется давать предикты, типа, что вот выйдет завтра, там, на следующей неделе, на следующей неделе, на следующей неделе. И каждый раз я так говорил, ну, потому что думал реально, что выйдет на следующей неделе, но... Но тогда не было патча 85 мегабайт, да? Тогда были патчи поменьше. Сейчас патч 85 мегабайт есть, поэтому это хоть как-то обнадеживается. Хоть как-то. Так, у нас пингвинчик немножко отстает от нас. Блин, а кто-то был, я видел. Аптечку залутали, отлично. У нас Генри 13-й летучий мышь. 13-й летучий мышь. Вот это капец. Выпало легендарное оружие, его берет Брюс. Здесь он слабенький по уровню. Нам бы в кустах посидеть, но у нас команда, видите? Не, я вижу. Просто у Генри в кустах преимущества так-то есть. Большущие. Я посмотрю, может здесь что-то есть. Разрушаем лишнее. Они там дерутся уже с кем-то, надо идти помочь, наверное.
Ботика убил. Все, два ботика есть. Где наша команда? Вот ш... Ой, блин. У нас сейчас команда очень сильно разделена. На самом деле. Лутаемся, погнали, надо помочь. Они там сейчас помирают, да? Минус один. Ну вот что они делают? Что с ними не так? Успей резнуть. Ну, просто подойди, ну, успел. Фух, блин. Что за команда такие, а? Попадаются ж. Так, нормально вроде все. Получается пока что. Пока что все окей у нас получается. Я их тут закидываю. Так, надо Брисика убивать. Видели, он по мне промахнулся. Нормально. Блин, не успеваю. За Никсом. Зато за Хамелеон успею. Блин, Хамелеон тоже быстрый, однако. У него тоже копье здесь есть. На тебе. Слови, маслину. Так, закидываем сюда. И домой. Минус Хамелеош. Изи катка. Просто взяли с Генри вдвоем стащили. Ну, Чипинги немножко помогал. Второй кенгуру неадекват был. Черепах неадекват был, но... Видите, даже не надо там особо много персонажей. Просто 1-13 Генри плюс 1-10 кенгуру и как бы изикат. 7-8 уровней подушили. Ну вот. Чё-то даже не вспотел. Как-то даже изи. Зашел в сложный боинедж, еле-еле вытащил. Зашел на кенгуру. Командные. Изикат. Ну вот как это работает? Как это работает? Зачем играть в эти сложные бои? Если все играют по ходу в командные. Непонятно. Ладно, ребятки, на этом закончим. Ждем обнову. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.